действительно было таким сильным, либо все-таки там судьи его накинут авторитет? Не знаю, у нас состав был очень, как бы, были в основном мы, и соперников особо не было. Была еще одна русская пара, Пушкаш-Бурейра, вот. Но, не знаю, мы катались вроде чисто, и выполняли элементы все вроде неплохо, вот. Не знаю, судьи поставили такие оценки, ничего сказать по этому поводу не можно. Судьи виднее, наверное, на тот момент решили на том соревновании поставить такие баллы. Но как бы это был, в принципе, мы не ориентировались на баллы в этом турнире, потому что этот турнир был не для того, чтобы получить какие-то баллы или что-то там сделать. Просто мы хотели прокатать наши программы перед этапами гран-при, потому что мы еще их ни разу не показывали на публике, пропустили контрольные прокаты. Вот, мы проверили себя, и перед гран-при это здорово было, что мы там сделали два проката и приехали сюда уже опробованными. Когда увидели оценки, подумали, о, мы... So, I'm a competitor in Krupa Skate in Romania. And